Присутствую на спектакле первый раз. Книгу уже прочел, поэтому для меня все действие не ново. Хорошая постановка, мне нравится. Советую прочитать книгу. Александр, сейчас половина спектакля прошла до антракта в ПШ. Мне очень нравится. Но я книгу читал, полностью прочитал. От книги вообще в восторге был. А сейчас у меня немножко мысли путаются, когда вокруг меня ходишь. Вот. Я забыл, что хотел сказать. Я и буду ходить. Это как гипноз какой-то. Стой, остановись, дай я скажу. Слушай, на самом деле круто. Игра актеров, особенно вот некоторые сцены, просто смотришь на них и прям вот вживаешься, чувствуешь, какие у них там эмоции, что они хотят. Ну, как бы вот прям как живые люди на самом деле. Очень круто. Я всем рекомендую ходить. Черт возьми, это же про меня. И такие моменты, да. Каждые где-то 5-10 минут, блин, про меня. И находишь себе что-то еще. Да, это очень круто. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как вам промежуточный эффект? Очень понравилось. Я же видела уже спектакль еще раз, с удовольствием пришла и привела подругу. Второй раз, да? А? Второй раз получается. Конечно, да. Спасибо, что пришли. Спасибо за музыку. Пусть очень хорошо, нравится. Очень-очень, да. Немногословный режиссер, да, но все-таки... Так и должно быть. Спасибо Диме. Дима мой друг. Я его книгу прочитал один из первых после того, как он ее написал. Вот. Его книга перевернула мою жизнь. И вот сегодня я прилетел с Киева специально на спектакль. Привел сюда свою подругу, которую тоже нужно перевернуть. Во-первых, очень интересно подается все это. Во-вторых, очередь, очень хорошая режиссура. Спасибо. Это так, чтобы крылья не росли. Спасибо. Но очень хорошо выписан текст. Вот. И тема затронута очень хорошая. Даже меня она тронула. Это хорошо. Да. Так что посмотрим, что дальше будет развиваться как событие. Да, да, хорошо. Так, вот независимый зритель. Мне понравилось, мне очень понравилось. Так, да, еще пока половина. Мне, правда, очень интересная тема. Хорошо. Такая глубокая. Особенно для руководителей. Да, это для руководителей, точно. Нас специально меня позвал. Это просто спектакль-тренинг, я очень люблю такие мероприятия. Обратил внимание, что спектакль, ну, поскольку он создан непосредственно автором самого произведения, то есть совершенно нету никаких отличий от книги. Мне это очень нравится. Я с огромным удовольствием смотрю постановку. То есть, и, в общем-то, все моменты, которые в книге я создавал в воображении, все это я вижу отражение в спектакле. Да, но у нас еще есть режиссер, который не предложил сделать спектакль из книги. Кто этот замечательный человек? Владимир, он подходил вот только что. А, все понятно. С огромным удовольствием смотрю, очень рад. Жду продолжения второй части после антракта. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо за доставленное удовольствие. Великолепный состав, великолепная игра актеров. Я безумно рада, что я попала сегодня сюда. Ну, сегодня была очень приятная публика. Люди очень хорошо реагировали. И мы сегодня не играли, мы сегодня жили. Как вам музыка? Новая аранжировка просто нереально крутая. Чувствуется профессионализм, чувствуется, что мы растем. Вообще все очень, очень сегодня было позитивно, хорошо. Такое, ну, практически уже предновогоднее настроение. Это очень приятно. Спасибо большое. Пойду сбегаю за Оскар. 21. Сан Аркадьевич, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Прекрасная постановка. Прекрасная. Да. Спасибо. Приятно, очень приятно. Давай, пригласим. Официант. Он великолепен. Харизма. Бесподобно. Просто супер. Наверное, Гоша такой в жизни. Великолепный спектакль. Всем советую сходить. Нет, ну вообще все работали замечательно. Даже, я бы не сказал, не работали, а жили.
То есть проживали эти роли. Вот. И время пролетело незаметно, честно говоря, да. Второй раз уже, что да, время не работает. Да, да. Нет, ну это искренне, потому что я сам знаю, как на сцене работать или жить, поэтому великолепно. Спасибо большое. Понравилось. Естественно, на самом деле все очень круто. И все про каждого. Очень хочется поблагодарить всех, да, эмоции. Олег, как же его тяжело забыть? Нет, мне понравился. Нет, Олег самый крутой. Мнения разошлись. Самый крутой был Олег. Как вам музыка в спектакле? Очень классно. Хотелось бы ее найти. Я же каждый раз думал, это битва, это битва. Мне хотелось, чтобы в конце были титры, какая же музыка звучала. Не было. Подскажу. Мы будем надеяться. Это Евгений Шенин. Получили непередаваемый заряд. Положительно, я надеюсь, да, положительно? Да. Лучше бы Дмитрий. Положительный совет был передаваемым, на самом деле. Ну, мы сейчас выйдем, мы кому-нибудь передадим обязательно. Потрясающий. Вот маленький, вообще потрясающий. Витя его зовут. Потрясающий мальчик, великолепен. Он, не знаю, он настолько искренний, он настолько вот теплый, он какой-то, не знаю, настоящий. Я пришла сюда, не читая книгу, первый раз узнав об авторе, первый раз узнав о книге, познакомившись вот с этим молодым человеком позавчера, и он меня сюда привел, и я нисколько не жалею, и более того, я в принципе верю в то, что человек, он способен на очень многое, и про то, что рамок не существует, и ограничений не существует, и некое волшебство существует. И вот сегодня, после этого спектакля, это было дополнительное доказательство того, что, мне кажется, и я, и Антон, мы были правы. И спасибо огромное вам за то, что вы устроили такое потрясающее мероприятие. Спасибо. Мне вообще больше всего нравились моменты, когда газ, свет и звучала музыка. Она меня больше всего вдохновляла на самом деле. Поэтому отдельное спасибо. Трогает, да, трогает и создает ту атмосферу, которую передают слова спектакля. Спасибо. Спасибо. Это композитор этой музыки. Да, молодец, огромный, да. Причем я в конце, когда представили, что музыку отдельно написали, я была так удивлена. Да? Окей. Когда в конце спектакля сказали, что музыка была специально написана, это, конечно, было большое удивление, и это редкость бывает, что не зашли в какой-нибудь сток и подобрали музыку, а это было специально написано, это было потрясающе, душевно, трогательно и запомнится надолго. Спектакль очень интересный и очень современный, я бы сказал бы, да, вообще креативно приобщить зрителя к процессу спектакля, это очень актуально, по-новому, люди устали просто наблюдать, люди хотят участвовать, да, и вот я, на мое удивление, ребята сделали нечто уникальное, они приобщили зрителя к процессу и действительно никого не оставили равнодушным. Очень хороший, очень понравился. Всем рекомендую. Спасибо.